сегодня у нас 4 ноября и очень-очень много народ пришли на ДНК, потому что есть сегодня международная ставка. Это вообще, я думал, что в метро бывает много народ. Я сам вообще сегодня видел, как бывает очень много народ. И если вы смотрите этот видос и вы были на этой ставке, пишите в комментарии. Надеюсь, где-то мы увидимся случайно на этой ставке. Поэтому, если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться и еще поставить лайк. Я думаю, что вообще будет невероятная очередь. И еще вот там музей космонавт. Есть очередь какой-то. Это вообще хороший момент, подходящее время, что пришел сюда и посмотреть, что тут происходит. Как всегда, я всегда вам показываю, как люди здесь живут, чем занимаются, как вы знаете, что у нас будет каникулы, если я не ошибаюсь, это народная, я не знаю, как называется это праздник. И все готовятся к эту праздник. Вот посмотрите, просто это прямо здесь, в Москве, в парке ДНК. Давайте вместе посмотрим. Это просто будет незабываемое видео, потому что такой народ я еще не видел, это мой первый раз. Тут на пешеходе просто как в Нью-Йорке, или в Китае, или в Индии, так очень-очень много. У-ла-ла, просто не верю, я знаю, это жизнь здесь, в Москве. Именно сегодняшний день 4 ноября. Вот даже электричка там ждет. И прямо здесь сегодня даже есть концерт, всякие разные мероприятия. И вы сами тоже посмотрите. Пишите в комментарии, как вам эта ставка. Хорошо, что сегодня вообще у нас такой день. Можно... Да. Очень вообще. Еще немножко дождь идет. Да. Там, наверное, готовится к концерту. Вот. Что там именно идет? Давайте! Да, красивенько. Я даже помню, когда я сюда пришел, я видел, когда они начали делать реконструкцию. Ну, все видно, что они закончили все, устроили, и теперь можно зайти, и теперь можно посмотреть, что там внутри есть. Думаю, что тут просто, наверное, места не хватает. Да, прямо места не хватает. Я так думаю. Это международный выставка, который и вот даже если слово, которые там буквы,
который там уже написано, это вот Россия. Вот. Это название Россия. Да, вот. И это, конечно, все очереди, они туда. Я тоже туда думаю, собираюсь. Хочу посмотреть, что там есть интересно. Давайте вместе зайдем и посмотрим. Вот. Это, наверное, вчера открылись. Кстати, вход бесплатно, если что. Wow.
оружием. Let's go. Continue. Как я сказал в начале, что тут Hello. Будет. Hello. Можно сфотографироваться? А, сейчас. Uh-huh. Это вот очередь. Все хотят попасть туда. Вот. Что тут именно происходит. Но в очередь пока я не просто люблю стоять в очередях, поэтому подожду немножко. И это очередь, конечно, но как можно туда попасть, интересно, побыстрее, понять не могу. Я хочу попасть туда побыстрее, но вижу очередь, просто посмотрите, эти все люди хотят просто попасть туда. Прямо. Я даже не знаю, что там
есть. Но думаю, что что-то тоже интересненько. Поэтому все тут так стоят и они ждут зайти. Так я тоже буду ждать, скорее всего. Сейчас. Чтобы попасть туда, надо зарегистрироваться через QR-код. Там, о чем есть регистрация, невозможно туда попасть. Вот такие дела здесь. Ой, это будет долго, но думаю, что я не держу. Короче, да. У меня уже будет темно, ничего не успею вам показать. Я думаю, что я попозже туда зайду и посмотрим, что там есть. Короче, сначала надо зарегистрироваться, получить QR-код и потом только что зайти. Эти все люди, они думают, наверное, что надо просто зайти. Они не знают, что надо делать QR-код. Дальше мы прогуляемся здесь на международной выставке сейчас.
about вино, да, замечательно, что такие народы пришли посмотреть международную выставку. Кстати, я забыл вам показать, как выглядит снаружи дом достижений. Вот, это дом достижений, как выглядит прямо снаружи здесь. Let's go! И еще что-то другое интересно. Я хочу прямо вам показать. Да. Тут все очень-очень интересно. Как раз сегодня в Горной суббота. И все здесь, там есть вкусная точка. Можно обедать. И можно... И еще маленький киоск здесь, можно покушать, хот-дог, шаубу, булочка и дампнатс. Да, дампнатс, если я не ошибаюсь, на русском. Это чисто прогулка по международной выставке здесь, в России, в Москве. Еще там я, короче, впервые в жизни бываю или побывал на выставке. Я всегда слышал это слово выставка, 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 выставка. И теперь я на нем. И здесь, тут люди везде, просто так могу сказать, да. И тут свет меняется. Я хочу успеть все вам показать, пока еще не темно, да. И здесь пацаны, они фото делают. И еще тут, о, это, наверное, самый большой парк здесь в России, называется ВДНХ, да. Много чего-то слышал про этого места. И я уже здесь. И я хочу сказать спасибо большое, что вы всегда смотрите мои видео. Спасибо большое, что вы всегда пишите слова поддержки и еще поддерживаете. Это, конечно, мотивирует меня дальше заниматься здесь в Рог и посещать разных мест, потому что творческая работа это требует всегда мотивация, да, ой, русский язык, чтобы всегда снимать, чтобы всегда было желание снимать видос для вас, поэтому я говорю, что без вас, без Замбуя, без вас вообще этого канал не существует, да. И тут я вижу разные флаги, я не знаю, какие это флаги, наверное, поэтому называется международный выставка, международная выставка. Поэтому такие флаги еще можно посмотреть. Очень-очень много и разных. И еще там можно сфоткаться, любители фотки. Интересно, что тут есть галерея. Главный вход. Я даже не знаю, что там. Дамы и господа, прошу вас заходим в второй третий вход. И давайте зайдем, посмотрим, что тоже
там есть. Вовремя пришел. Вот посмотрите, сколько здесь флаг. А, ты там далеко? Да, я вижу Якутию. Ула-ла. Это еще очередь. Думаю, что сегодня везде очередь прямо. Я просто не люблю ждать, стоит очередь, но надо стоять иногда, да. Давайте. Спасибо. Можно тоже здесь? Но я не знаю, что тут есть. Эти все просто хотят смотреть, что тут у меня происходит. Уже зашел? Международная.
край? Сибирский автономный. Это у нас Приморский край. Хоть 3 человека. Надо войти. Здравствуйте.
дальше можно делать там места. И там написано. Горный Алтай, Россия.
эти места очень разные. Вот даже здесь у нас даже вот здесь. Yeah.
фабрики, которые есть здесь, в России. Спасибо.
область, которую я даже сам не знал. Россия такая огромная страна. Я сам, короче, не знаю.
сами. О, стикер, скажи, можно покупать. Алло. Если вы хотите покупать, это все Анна. Я вот хочу покупать. Ладно. И за ними там есть. Да. Да. Можно сказать, что маленький кабинка. Камера.
посмотреть в Азии вообще автомобиль. Мне тоже здесь всегда интересно посмотреть в Азии. Что в Италии? Разные вертолеточки российские. Прямо выставка, которую никто не ожидал в мире, поэтому называется международная. И еще здесь. Немножко будущее, но это не будет.
открыли новые здания, называется Атом. Но здесь очередь вообще. Вот все люди, они стоят здесь и они, короче, просто ждут, чтобы попасть туда. Я думаю, что это будет отдельное видео, когда у меня будет время стоять в такой длинной очереди. Я сделаю, как выглядит это здание, называется, я даже хотел сказать анатомия, но называется анатомия. Внутри очень потрясающе, внутри прямо, там есть самые современные технологии, которые они использовали, построить это здание. Вот это все очень. Но надо долго ждать. Вот поэтому и здесь здание. Наверное, по одному надо ходить и зайти и так далее. Вот название Атом. Название Атом. И когда найду время, чтобы стоять в очередь, час или 30 минут, я сделаю это видео. Вот такие проблемы мы сталкиваемся, чтобы просто снимать контент для вас. Это все прямо сегодня открыли. Встречаемся у южного входа в Эверка. А вы просто фоткаете. А, то есть это